M1 Global presents. И здравствуйте, мы находимся в городе Орел на турнире M1 Challenge 60. И рядом со мной Алексей Махно, который сегодня одержал победу. Леш, поздравляем с победой. Спасибо большое, спасибо. Вот расскажи, перед боем на взвешивании у тебя был перевес, и ты начинал с желтой карточки, бой с желтой карточки. Расскажи, сложно ли было психологически так начинать? На самом деле подавило немного это на меня, но тренеры сказали, что забыть про желтую карточку, да, пускай первый раунд мы отдаем ему, вот, но два, второй и третий надо выиграть явно и показать, ну, доминацию. И я думаю, что все получилось. Просто пришлось немножко поменять рисунок боя, ожидали как бы рубки в стойке, да, а, ну, все знают, что такое обмен в стойке, там, раз ты попал, раз тебя попали, да, а если ты переводишь и все время доминируешь над соперником внизу, то, ну, судьи видят это и отдают победу тебе, соответственно. Ну, я говорил до боя, что не хочется возни в партере, но, к сожалению, для зрителей, наверное, получилось, что тут надо было тактически, потому что на кону для меня очень многое стоит, и пришлось тактически немного изменить рисунок боя по ходу, и пришлось побороться. Ну, то есть изначально, если вы учитывали, что первый раунд так или иначе будет для желтой карточки, то последующие два ты хотел больше в стойке проводить, да, именно в ударной технике? Просто план на бой делался, мы не брали в расчет момент с перевесом. Вот. И если бы было, ну, поровну, без желтой карточки начинается, мы бы зарубились в стойке, да. Я как бы выиграл и второй, и третий раунд и в стойке, да, и в партере, да. Но я еще раз говорю, в стойке ты можешь попадать, тебя попадают, это все очень так близко. А если ты доминируешь над соперником в партере, он тебя не может перевести, ты переводишь его, постоянно контролируешь где-то там добивание, то, ну, естественно, судьи это видят. И то я выиграл явно второй, третий раунд, да, даже если первый отдали бы Зульфикару, то судьи отдали раздельным решением судей. Это все из-за желтой карточки. То есть я надеюсь, такое больше не повторится у меня. Расскажи, насколько сложно было проводить бой с Зульфикаром? То есть что чувствовал во время боя? Насколько легко или тяжело складывался сам поединок? Бой не складывался тяжело, ничего такого нового не было. Мы знали только одно, что Зульфикар, он ни шагу назад будет биться до последнего, да, ну так же, как и мы. И тут как бы два характера, и, знаете, кому больше спортивной удачи, улыбнется, да, и кто больше дотянет до конца. Получилось так, что сегодня спортивная удача и победа оказалась на моей стороне. Но, опять же, к Зульфикару со всем уважением, вот, он как бы уступил в этом бою, но он не проиграл. Если ты человека психологически не надломил, то, ну, он не проиграл. Вот бой прошел все три раунда. Как физически себя чувствовал после боя? Хватило ли подготовки? Как она проходила? Расскажи. Отлично. Я думаю, что все видели, что дышал я здорово, да, и функционально я был готов еще к раундам, как бы, ну, это, конечно, гипотетически. Вот. Ну, потому что такая подготовка прошла. Мне помогали тренеры клуба «Единоборств номер один», и плюс главный тренер клуба «Golden Team» Владимир Оси, и главный тренер клуба «Рот» Александр Сидорин. Меня там на тренировках били по трое, по пятеро, так что функционально мы были готовы, это без проблем. Расскажи, какие планы теперь? Хотел бы сейчас отдохнуть или провести следующий бой? Когда планируешь следующий? Я сейчас отдохну, я побуду с родителями, с семьей, а потом все вопросы к моему менеджеру, да, Гаджи Караев, вы что он скажет? Мне без разницы с кем, дайте два месяца на подготовку, я с любым выйду подраться. Как бы встрянет любой. Если Гаджи нам ответит, как часто для своего подопечного ты бы хотел поединки в год проводить? Ну, я бы хотел бы, здравствуйте, в первую очередь, хотел бы как можно больше, чтобы он боев проводил. Он сейчас на пике, у него победная серия уже такая серьезная. И думаем, уже в следующем году, в начале следующего года он побьется за пояс. Следующий соперник, наверное, будет кто-нибудь такой топовый европеец, может даже кто-нибудь с Америки, кто согласится, конечно, выйти на него. Спасибо большое за интервью. В заключение, кого бы хотел поблагодарить, может, слава болельщикам? Я бы в первую очередь хотел поблагодарить руководство клуба «Единоборств номер один» за все предоставленные возможности мне, и тренировочные лагеря, и сборы. Вот. Команду тренеров клуба «Единоборств номер один», главного тренера клуба «Golden Team», у нас с ними альянс, это очень сильная команда. Вот. Главного тренера клуба «Рот» Александра Сидорина, он помогал мне готовиться к этому бою, мой большой друг. Вот. Свою команду, да, мы друзья как бы и в зале, и за его пределами. У нас очень дружная, отличная команда, мы как единый механизм всегда вместе готовимся. Ну и, конечно, свою семью, да, они верят в меня, поддерживают, это самое большое, что может быть. Я очень благодарен им. Близких, друзей, и, конечно, всех болельщиков, всех неравнодушных людей, кто за меня переживает. Каждая эта победа, они вносят свой вклад в нее. Я очень благодарен всем. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Всем до свидания.